Больная, первый раз обратилась к нам полтора года тому назад. Канча судороги берар, да, Эльда? Мама говорит, что каждый день бывало судороги, но иногда бывало через день. Но есть вопросы, которые некоторые задают. Если принимают противосудорожные препараты, можно ли нормально рожать без операции? И здоровый ли рождается ли ребенок? А я дуарич трудно? Так, во время беременности ни один раз не остановили прием препаратов. Какие препараты принимал? Принимал канулекс и бензонал. Нечкин был тут ханеге? 41 дней уже как, значит, ребенок. Сейчас хочу показать ребенка. Вот такой красивый. Оглы кызмы? Оглы. Оглы. Ата нима койдыла? Абу Бакир. Син. Мужчина. А? Абу Бакир мужчина. Значит, хотим посмотреть голову. Очиньте башаны. Так, хотим посмотреть голову. Очаласы? Так, голову сейчас хотим посмотреть. Роднички нормальные, нет проблем. Ну, имеешь яхшима? Ну, пинали. Чуть-чуть в начале первого дня рождения, значит, плохо брал грудь, но сейчас нормально. Узизыган их схалявс. Еще бриарим лечида, брал мата судорога бердама. В течение полтора года принимал все время препараты и Ни одного раза не было судороги. Дорасын ичмаген боленге зарары бар дейшкен мэн? Йо, батта дейшмады, озым кокпкені сураген маңмазда. Ну, были мысли, что лекарства повредят ребенку и матери, но дай бог, чтобы такого не было. Ну, в нашей практике почти каждый год около 20-30 наших больных рожает, и все, дай бог, чтобы все здоровы. Дай Бог выздоровления матери Абу Бакир.